Всех рады приветствовать на нашем YouTube-канале Wave Ideas. И сегодня вместе с вами будем регистрироваться на нашем сайте, будем создавать личные кабинеты участников. Итак, входим, в самом верху есть кнопка «Войти в личный кабинет», и здесь мы попадаем уже на другую страницу, где мы видим кнопочку регистрации, она прямо под словом «Войти». Кликаем на нее, и здесь мы видим стандартную регистрацию, регистрацию с помощью вашей электронной почты. Здесь все идет в стандартном варианте, мы ему вписываем любую почту, получаем код, вводим его и проходим авторизацию. Но сегодня мы бы хотели показать вам, как сделать так, чтобы создать свой личный кабинет и входить в него в дальнейших случаях очень быстро и делать это буквально за несколько кликов. Итак, такую манипуляцию мы можем сделать с аккаунтами в Google почте, Яндекс почте, с вашей личной страницей ВКонтакте, с почтой Mail.ru и с вашим личным аккаунтом Facebook. Итак, давайте посмотрим, как у нас произойдет это с Google. Кликаем на Google и видим перед собой непосредственно обычный вход на вашу Google почту. Здесь мы вписываем логин, вводим пароль, и вуаля, несколько мгновений, и ваша страничка, ваш личный кабинет уже создан. Все, что подтянуто из вашего аккаунта, вы можете увидеть в своем профиле, а также его отредактировать тоже можете здесь. Давайте пробовать дальше, как быстро заходить с помощью еще и других аккаунтов. Вот, например, в Яндекс.Почте. Кликаем на Яндекс.Почту. Вот у меня она есть, заготовлена. Вводим логин. Далее вводим пароль. Входим. И вот еще один личный кабинет уже с этой почты создан для вас. Здесь мы также видим мой профиль. Также все эти параметры вы можете собственноручно откорректировать. Выходим и попробуем зарегистрироваться уже с помощью ВКонтакте, вашей личной страницы ВКонтакте. Здесь мы вводим логин. Кнопочка «Войти». Можем сейчас не сохранять пароли. И вот еще личный кабинет создан. Здесь мы видим, какие параметры подтянулись из моего ВКонтакте. Мы видим, что город у нас Минск. И вот ваш личный кабинет. Осталось его дополнить фотографией, и он уже будет крутой, ваш личный кабинет участника. Выходим и попробуем сделать это с почты Mail.ru. Здесь тоже вводим имя аккаунта, после вводим пароль, и вот наша страничка уже при нас. Самое главное, вы должны помнить, что все странички, которые у вас привязаны к вашей электронной почте, они и далее будут синхронизироваться. То есть моя страница ВКонтакте зарегистрирована вот на этот e-mail из почты Mail.ru, поэтому я вижу точно такую же страничку дальше. То есть основной ресурс сохранения – это наша почта. Помните об этом. И попробуем эту же манипуляцию совершить с Facebook. Здесь мы вводим наш логин и пароль. И вновь попадаем в личный кабинет участника. Хочется сказать, что вы должны помнить о том, что ваша почта является гарантом, что вы в любой момент сможете войти и увидеть свою историю на фестиваль. То есть, если у вас уже создан аккаунт, вы можете продолжать его вести под этой почтой, так как именно почта является ключевым аспектом для сохранения всех ваших заявок, комментариев, а также электронных дипломов. И теперь, когда мы уже имеем регистрацию под любым быстрым входом, мы просто кликаем, допустим, по Яндексу, и мы сразу же оказываемся в нашей страничке уже без логинов и паролей. Всем желаем хорошего дня, либо хорошего вечера, и
До встречи на фестивале «Волны идей». Пока-пока!